Ом Шанти. Сегодня Баба смотрит на мотыльков. И Баба видит, как мотыльки посвящают себя пламени. И, конечно, когда мы посвящаем своей жизни Богу, мы в ответ получаем подарок от Бога. Это подарок чистоты. И Баба говорит о красоте чистоты. Баба объясняет, как меняется наше сознание и отношение, как меняется наша дришти, взгляд на других. Взгляд наполняется этой чистой любовью, которая проявляется из самого сердца, наполненного любовью и чистотой Бога. И глаза просто проявляют эту чистую любовь. Любовь, которая касается каждого и всем дает ощущение принадлежности друг к другу и принадлежности единственному. Баба также видит особый подарок, который Баба подарил нам в сангам-йоге. И это особая корона. Корона, которую обычно связывают с самыми-самыми возвышенными душами. В Кали-юге такими возвышенными душами считаются святые души, пророки, основатели религий. И это корона аура чистоты, корона из света. И те другие души сделали все, что могли для того, чтобы помочь человечеству в течение тысяч лет. Но сейчас, в переходном веке, этот подарок Баба дарит любимым детям. Баба улыбается, и он видит всех нас, а в этой короне света, с этой аурой чистоты над нашей головой. Насколько же Баба доволен, видя эту корону из света у тех, кто посвятил себя Богу, кто посвятил себя этому пламени любви, кто говорит, что для меня только один и никто другой, кроме одного. Я его искал, и я его нашел. И правильнее сказать, что мать и отец нашли меня, Баба искал меня и нашел меня. И с этого момента, как только я стал брамином, этот фундамент чистоты и особенность чистоты, я получил как благословение от Бабы. Получил эту корону из света. И так как эта аура ассоциируется со святостью, да, Баба говорит, что из тысяч, миллионов и миллиардов душ всего мира его дети самые святые. Может быть, они иногда борются, сражаются на своем внутреннем уровне, борются с самим собой, потому что наши чувства и эмоции ведут нас в одну сторону, а наша совесть, наше понимание знания направляет нас в другую сторону. Но теперь, если я просто буду помнить, что я мотылек, который посвятил себя пламени, вся борьба закончится. Я искал Бога, Бог нашел меня, теперь я принадлежу Богу. И теперь мне надо принять этот подарок от Бога, корону из света, ауру чистоты.
самая возвышенная вещь, которая когда-либо была у меня. Баба знает, что борьба за чистоту была с самого начала яги в течение всей истории яги. И, конечно, в этом есть смысл, что в конце кали-йоги, когда все вещи в своем самом низшем состоянии, когда нечистота везде и всюду в разных формах, именно в этот момент приходит Бог и сажает в своих детях семена чистоты и красоту чистоты, которую его дети способны пронести в следующий цикл. Итак, до того, как мы вернемся домой, есть такая твердая мысль: «Я хочу стать Сато Прадхан». И, возможно, мы изменим эту мысль сейчас. Мы скажем: «Я помню, что я был Сато Прадхан, когда я был в своем доме, абсолютно чистым, сияющим чистотой, красотой чистоты. И затем, когда я спустился в этот цикл, в этот момент моя красота была удивительной, она была воистину божественной. И даже сейчас образы божеств отражают то совершенство души. Итак, это и есть мое истинное «Я». Баба напоминает мне об этом, так чтобы я мог проявить это высшее, самое чистое, возвышенное состояние. И чем больше я проявляю его сейчас, тем крепче становится фундамент чистоты, так чтобы он поддерживал меня даже не только первую половину цикла, но я думаю, что даже в конце Железного века души божеств, которые прошли 84 рождения в цикле, до сих пор у них будет оставаться любовь к чистоте, уважение к чистоте, и где-то внутри, в их сердце и в совести им будет подсказывать, что чистота – это правильный образ жизни. Поэтому баба напоминает мне: это мое изначальное естественное состояние. Поэтому я отказываюсь от всего остального, что пришло ко мне позже, и я снова обретаю свое право на изначальное состояние чистоты, в котором все-все в душе совершенно чистое и просто наполнено любовью и светом Бога. Подумайте про свой ум, каким прекрасным, творческим становится ум, когда в нем есть чистота. Нет никакой нечистоты. Это даже не касается только брахмачарьи, но состояние брахма-ачарьи, то есть Брахма-баба мой учитель, и я следую вслед-след за Брахма-бабой, моим любимым отцом и учителем. Да, я знаю, Бог высший учитель, но Брахма-баба показывает нам пример здесь, в человеческом мире. Когда было много ославлений в адрес Брахма-баба, его состояние было совершенно чистым. У него были только добрые пожелания и любовь ко всем. Вот это мой отец. А вот кому я должен следовать. И вот если сейчас есть такие люди, которые желают причинить мне печаль или страдания, если я позволяю этому влиять на мое состояние чистоты, тогда мой взгляд и отношение к ним меняется, вибрации меняются. Нет. И я хочу быть способным поддерживать чистое состояние Сато Прадхан, в котором мой ум совершенно ясный, и в таком ясном уме нет ничего, кроме красоты и чистоты. У меня будут только чистые чувства и добрые пожелания ко всем душам. И в мире никто не получал столько ославления, сколько пришлось пережить Брахма-бабе. Я никогда такого не видела. И так, чтобы сделать свой ум таким же чистым, как ум, сердце и душа Баба, чтобы сделать свой интеллект
кристально чистым, совершенно ясным, чтобы он мог за секунду понимать все и мог возвышать других, поднимать в их возвышенное состояние, чтобы сделать свои санскары совершенно чистыми, чтобы ничего не оставалось, кроме красоты, чистоты и состояния Сатопрадхан. Баба приглашает нас ощущать это состояние красоты и чистоты все больше и больше, чтобы это стало сильным фундаментом моего будущего. Ом Шанти.